Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Почти 3 миллиарда рублей из бюджета получили Дороничи и Кировский молочный комбинат. Это объем поддержки компании за последние 3 года. И это не только финансовое вливание из бюджета, но и налоговые льготы. Говорится в отчете правительства о работе в прошлом году. А только за весь 2019 год объем поддержки всему сельскому хозяйству региона составил 2,3 миллиарда рублей и еще 400 миллионов налоговых льгот. Программа «Экономика». По темпу роста собственных доходов Кировская область третья в Приволжском округе, а по России на 29-м месте. В прошлом году этот рост составил 109%, он превышает общероссийский показатель, утверждают в правительстве. За последние 3 года собственные доходы региональной казны выросли на 6 миллиардов рублей или на 20%. В основном за счет роста акцизов, сборов по ОСН, налога на прибыль организации и платежей за лес. Экономика на 101 FM. В период самоизоляции тысячи новых пользователей впервые воспользовались сервисами онлайн-торговли. Как изменилось покупательское поведение кировчан? Что они предпочитают, зарубежные площадки или отечественные? Вернутся ли покупатели в торговые центры? Как дальше будет развиваться интернет-шоппинг? Какие предложения есть у разработчиков? Об этом и другом пойдет речь на круглом столе, посвященном интернет-торговле в рамках бизнес-форума «Киров-торговый». Его проводит Вятская торгово-промышленная палата при содействии администрации города Кирова. Спикерами выступят предприниматели, представители Ростелекома, Кировстата, ВятГУ, Почты России, компании, создающих и продвигающих сайты. Круглый стол пройдет в режиме онлайн 21 июля с 10 часов утра. Желающие принять участие в нем могут обратиться в ВТПП. Экономика. Завершение о валютах. Доллар сегодня 71.23, курс евро 81 рубль 23 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.